Перерезать красную ленту в празднике в Бобруйске стало доброй традицией. Особо приятно, когда подарки касаются здоровья горожан. В День независимости в онкологическом диспансере открыли суперсовременный кабинет магнитно-резонансной томографии с новыми диагностическими возможностями. Немецкий аппарат «Siemens» оснащен технологиями искусственного интеллекта, учитывает все мельчайшие индивидуальные особенности человека, даже фазы вдоха-выдоха и сердцебиения. Современная техника, что немаловажно, позволяет исследовать пациента до 200 килограммов. Имеются программы, благодаря которым мы можем выставлять точки и проводить лучевую терапию, что важно для онкологического диспансера. Также есть программы, которые позволяют уменьшать артефакты в результате сердцебиения, движения пациента и более четко давать картинку. Кстати, именно таких аппаратов в стране только два – в Молодечно и Бобруйске. Жизненно необходимую технику стоимостью почти 2 миллиона рублей и весом около 4 тонн закупило Министерство здравоохранения. А современный кабинет, оснащенный всем необходимым, обустроили за счет средств горисполкома. Я уверен, что этот аппарат в первую очередь будет на благо наших горожан. Мы уверены, что мы будем сегодня больше и быстрее определять те болезни, которые имеются у горожан. Магнитно-резонансный компьютерный томограф, к слову, уже второй в городе. Это позволит распределять потоки, быстрее ставить диагнозы и качественнее проводить лечение. Новый аппарат также будет обслуживать жителей Бобруйска и пяти прилегающих районов. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск 360.